Привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала, с вами снова я, Валдай. И сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Assassin's Creed 3. Прошло больше месяца, мне кажется, с момента последней серии. Были некоторые технические трудности, у меня постоянная игра почему-то рандомно просто сворачивалась, выкидывая меня на рабочий стол и зависала при этом. Я перелазил тысячи форумов, наверное, просто сотни сайтов пересмотрел, но решение проблемы так и не находил. Я скачивал новые версии, я удалял, вставил по новой. Несколько раз у меня слетали сейвы, я проходил до этого момента снова и снова. И снова и снова была одна и та же проблема. Но в итоге я смог ее решить, увеличив вольтаж своей видеокарты на 50 ампер. Я не рекомендую никому, конечно, это делать, потому что оверлокинг или так называемый разгон видеокарты может привести к ее поломке, но тем не менее мне данная штука помогла. Программка, с помощью которой я это сделал, называется MCI, что-то там, бустер, не помню как точно, я потом в описании к этому видео выложу название программы. Если у кого-то такая же проблемка, можете, конечно, воспользоваться данной программой, но на свой страх и риск, потому что разгон видеокарты может привести к ее поломке, повторяю еще раз. Ну ладно, как будто ни было, мы продолжаем с того же места, где закончили прошлую серию, месяц назад или чуть больше. Вот, ну и, собственно, я совершенно подзабыл управление, совершенно подзабыл сюжет, поэтому давайте вспоминать вместе с вами вместе. Осваиваться в этой игре второй раз. Вот, ну и, собственно, вроде как мы ищем очередного союзника, который может помочь нам в нашей важнейшей миссии. Вот, и этот союзник пропал, какой-то доктор там был, по-моему. Вот, ну и давайте пойдем тогда послушаем очередные разговоры, чтобы узнать подробности, куда же он пропал и что с ним такое случилось. Первый разговор мы послушали в прошлой серии, и там люди сказали о том, что по городу ходит толпы каких-то уродов, которые атакуют всех, и, в общем-то, с ними типа опасно связываться, с какими-то бродягами там или кем-то таким. Вот, ну и, собственно, продолжим подслушивать разговоры. На этот раз стражников, видимо. Никто ничего не видел. Давайте присядем на скамеечку и послушаем. Ага. Но что делать? Угрожать бестолку, не упрашивать же. От слов толку мало. Арестовать одного, да в колодке. Языки развяжутся. И не только у него. По всему городу тут же начнут орать, как их власти притесняют. Только этого нам и не хватало. Тогда проще махнуть рукой. Жертва мертва, а те, кто знает, в чем дело, они молчат. Раз они покрывают убийц, пусть сами все и расхлебывают. Ну что ж, довольно-таки интересные подробности им удалось узнать с помощью этого подслушивания. Какая-то жертва была, которую, судя по всему, убила стража, то есть представители местного правительства. Напомню, что действие происходит в Бостоне. То есть правительство города Бостон, получается. Что это была за жертва и что с ней случилось, почему они ее убили, нам пока не ясно. Ну и на радаре показана следующая метка, подсвеченная зеленым, куда нам нужно с вами подойти, чтобы послушать следующий разговор. Давайте направимся туда. Ну а попутно, пока идем, будем смотреть окрестности и продолжать восхищаться прекрасной, потрясающей графикой в этой игре и, собственно, потрясающими ее возможностями, которые мы пока в полной мере еще не осознали и не оценили. Я ему не завидую. Незавидная жизнь. Поближе к цели держаться. Но меня вроде только что чуть не запалила эта цель. Ах ты, черт, не получилось. Ладно. Нам, видимо, дается попытка номер два. Только на этот раз с другой стороны. А возможно, нет, возможно, другие цели. Ну что ж, печально, конечно, что не удалось послушать. А вот и первый фейл, собственно, в этой серии. А что такое-то? Почему меня палит? Что случилось-то? Интересно. Ладно, в любом случае, это не есть хорошо. Давайте скорее сваливать отсюда, блин. Вот это экшен. Почему мне вырежет печень, я так и не понял. Быть может, у меня оружие было на виду по какой-то причине. Ладно, давайте скорее убегать от них. От этих стражников. И, по-моему, не самый удачный вариант для побега я выбрал. Подняться на самую верхотуру. Ну, хотя вроде, судя по радару и по заглохшей музыке, меня потеряли. И это, в принципе, прекрасно. Я думал, здесь будет синхронизация, но вроде как ее тут нету. Ладно, вроде тут можно зато спрыгнуть вниз, в сток сена.
и там спрятаться. Давайте сначала разбираться, почему меня запалили. Так, посмотрим менюшку. Оружие, скрытый клинок у меня стоит, так понимаю. Видимо, надо поставить без оружия. Хорошо. Да будет так. Надеюсь, теперь меня не запалят. Да, теперь нарисован кулак, по идее, не должны. Ладно. Прыжок веры. То зато я так полюбил эту игру в свое время. И то зато продолжаю любить ее. По сей день. Ну ты черт. Наверное, не вовремя выбрался. Нет, ну конечно же меня запалили. Чертовы стражники. Ладно, бежим отсюда, это нафиг. Бежим и снова где-то будем прятаться. Давайте на крышу здания заберемся очередного. На крышах, мне кажется, проще спрятаться. Хотя на крышах тоже могут быть стражники, наверняка. Так, ну в любом случае, пока меня никто не видит. А тем временем цели где-то поблизости. Интересно, они пойдут ко мне или будут ходить кругами по этой площади? Давайте посмотрим. Ходят кругами. Но с крыши, конечно же, мне не удастся послушать наверняка их разговоры. Ну да. К сожалению, не получается. Ладно, окей. Давайте посмотрим. Вроде стражников больше не видно. Давайте тогда потихонечку спускаться, наверное, и попробуем послушать разговор еще раз. Хотя мне уже не кажется это такой хорошей идеей. Что-то как-то трудно. Достаточно, как оказалось, на деле. Сначала думал, что будет просто, но не так-то оно все и просто. Ладно, в любом случае, давайте пройдем за ними, попробуем проследить, потому что сейчас вроде стражники успокоились. И все поутихли, все страсти. Случившиеся на этом базаре не так давно. Так, окей. Говорит Чёрчу, так или иначе долг надо платить. Я ему не завидую. Незавидная участь. Что они затеяли? Ничего хорошего. С ними был резчик. Верно искали тихое местечко, чтобы обделать дельца. Когда резчик берется за работу, крик стоит до небес. Так и, пожалуй, завтра мясо лучше не покупать. Это точно. Видите? Мы скоро отыщем Чёрча, как я и говорил. Скажите, где вы всему этому научились? Видите ли, это все часть моего воспитания. Откуда здесь взялся Чарльз, интересно? Орден ставит нифига себе. Во главу угла. Оно направляет бег наших ног, движет нашими руками в бою. Что важнее, оно меняет чувства. И мы начинаем познавать мир иначе. Интересная речь. Достаточно интересная. Напомню, для тех, кто не помнит, Чарльз Ли перед нами стоит. Это наш верный спутник и помощник, который встретил нас с корабля в Бостоне и выразил высокое почтение и признательность и желание стать нашим учеником. И теперь мы потихонечку обучаем. Обучаясь, правда, сами в этот момент. Так, ну в любом случае, послушать нам удалось разговоры. Хоть это было, конечно, немного фейловое, не с первого раза, но тем не менее получилось. Теперь давайте пройдем к следующей точке на карте, видимо. Подождать. А, я понял. Следовать. Пойдем. Пойдем, Чарльз. Нас ждут великие дела. Интересно, куда нам теперь нужно идти? На стрелочку, которая разображена на радаре, либо на зеленый круг. Давайте пойдем на зеленой области, она вроде не так далеко. Где-то здесь должна быть. А это, по-моему, уже граница города и выход с нее. Ганс говорит, они скупают у него все за полную цену. Смотрите, у них полно часовых. Нужно миновать их. Угу. Вот оно что. Выберите укрытие в качестве цели, нажмите Б. В качестве цели. Это как так? Запретная зона. Не очень я понимаю, как это происходит. Ну ладно, хорошо. В любом случае, нам нужно миновать часовых, которые нас сейчас запалят. Ух ты, черт. Уходим скорее отсюда. Уходим, уходим. Так, все нормально. Давайте, наверное, по крыше. Попробуем пробраться. Хотя здесь тоже надо быть начеку, потому что здесь тоже, возможно, будут стражники. Но пока вроде никого не видно. Или что, нас запалили? Нет, вроде не запалили. Вроде все хорошо.
Так, осталось 40 метров до цели. Ух, блин, опасно, практически упал вниз. Но в последний момент все получилось. Так, вот, собственно. Наша цель, впереди еще как минимум два охранника. И с этой стороны тоже полно стражи. Куда ни глянь, везде стражи. Ладно, в любом случае, давайте спустимся здесь, попробуем. Да подожди, почему? Следуй за мной. Следуй за мной, теперь давай спускаться. Блин, ладно, хорошо, стой здесь, короче, тара нафиг. Раз по-другому никак. А мы пойдем внутрь. Заперто. Мне нужен ключ. Ждите здесь. Интересно, а где же нам найти ключ? Находясь рядом с целью, удерживайте Б, чтобы обчистить ее карманы. Все ясно. Ключ наверняка у одного из стражников окажется внутри в карманах. Хорошо. Тогда давайте пройдем к ближнему. Правда, мне затея совсем не нравится, учитывая, что здесь еще несколько стражников. Так, ну ладно. Выхода у нас нету. Кроме как постараться подкрасться к нему. Нет, все. Не получилось. Да что ж ты будешь делать? Ладно, хорошо, давайте сразимся с ними. Ай, нет-нет-нет, плавать-то я умею, интересно, я так и не знаю пока что еще. Ну, по крайней мере, стражники не умеют вроде как. Ну что же, ладно. Печально, надеюсь, у того парня не было ключа. А мы тем временем пойдем к другому. Интересно, один из стражников наверху, что ли, получается? Куда-то показывает целеукатель, по-моему, наверх. Давайте пробуем забраться наверх, посмотреть. Может, так оно и есть. Да, вот он стоит. Так, как бы нам незаметно к нему пробраться. Посмотрим. Нет, стоп, не вылази, подожди. Давайте подождем. Ну, вроде все, он успокоился. Блин, это труднее, чем я думал. Ух ты ж, черт, обратно идет. Скорее сваливай. Так, шикарно. Ну все, умри. Сам умри. Так, ну, по крайней мере, ключ у него был. Это замечательно. Но теперь меня могут запалить. Где бы мне тут укрыться? Залезть. А, понятно, куда залезть. О, блин, по мне уже стреляют. Это печально. Ладно, пойдем скорее к двери. Фейловое получается прохождение пока что, но главное, что мы так или иначе достигаем цели. Вот так-то. И вправду, вот так-то. Так, а что же мы здесь забыли, интересно, на этом складе? Что здесь такого спрятано? Неужели непременно нужно все усложнять, Бенджамин? Выплатите мое вознаграждение, и я все прощу. Ни за что, мне не нужна защита. Раз мы здесь, защита вам, без сомнения, нужна. Как грубо. Так, что же нам сделать с нашим гостем? Можно отрезать руки. И прощай его карьера. Можно вырвать язык, чтобы не болтал попусту. А можно и яйца, чтобы усмирить его. Столько вариантов, так что же мне выбрать? Все разом. Эй, погодите. Возможно, я поторопился с отказом. Мне очень жаль, Бенджамин. Но шанс уже упущен. Сайлас, будьте практичны! А я практичен. Но вы не оценили мою щедрость. Учтите, дважды я в дураках не останусь. Боюсь, мне не по силам глядеть на такое варварство. Отыщешь меня потом, резчик. Вы пожалеете, Сайлас, слышите? Я отомщу! Нет. Сильно в этом сомневаюсь. Да уж, вот это жесть. Вот что мы здесь забыли.
Ну, точнее, даже не что, а кого. Так, надо, наверное, поторопиться и как-то помочь бедолаге. Так, давайте, наверное, воспользуемся тогда саблей. Не залезть. А, нет, можно. Ну, я как так сделал? То, что хочу сделать. Блин, как мне перебраться к нему? Вот черт. А, ладно, была не была, пофигу. Пойдем, верный спутник. Убьем этих уродов. И спасем бедного Бенджамина. Я что-то сделал неправильно? Почему была десинхронизация? Так, подождите, незаметно убейте резчика и у людей. Ах, вот оно что. Незаметно, блин. И как вы это себе представляете, интересно? Ладно, хорошо. Тогда воспользуемся скрытым клинком. Давайте прикажем нашему верному спутнику оставаться на месте, если можно. Нет, блин, нельзя. Ну ладно, хорошо. Тут сразу двое. Как мы их убьем одним клинком, или нас их два? Я что-то забыл, на самом деле. Ладно, попробуем. А, вот оно что, у нас же спутник есть верный. Ну, прекрасно. В таком случае прекрасно. Ну что же, Бенджамин, сегодня у тебя второй день рождения. Тебе очень крупно повезло, кто? Что мы успели вовремя. Кто вы? Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я не понимаю. Зачем вы здесь? Пойдемте, мистер Чёрч, и я все объясню. Часть вторая. Врач. Ну что же, задание выполнено. Конечно, фейлово выполнено, но уж как есть. Ты чё, охренел, что ли? Вот урод, посмотрите на него. Что делает? Ладно, хорошо. Я это припомню тебе. Я запомнил твою физиономию. Так, ладно, где мы появились-то? Вроде перед той таверной, в которой мы остановились. Давайте тогда пойдем внутрь в нее. Посмотрим, что нового там есть. Ну вот, еще пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлас Тэтчер. Этот хлыщ работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красной мудиры. Это все из-за рабов? Нет. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Дайте подумать. А пока я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Интересно, кто такой Джон Питкер и чем он нам поможет? Последний рекрут. Ох, нифига, где это мы очутились? Где-то на границе города. Давайте отойдем в сторону, не будем мешать этим уродам проходить мимо. А то нас снова толкнут. Или что еще сделают нехорошего с нами. Так, ну и собственно, давайте подойдем теперь к нашему другу. Часть вторая, солдат, было написано на экране. Зачем вы пришли? Новый рекрут. Новая полежка в костер. Идите. Как вам это удалось? Вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэдбеку. Когда не служу вам, конечно. Интересное уточнение. Но как бы то ни было, пройти мы смогли достаточно легко, в самое сердце, прямо вражеского лагеря. Вы только смотрите, сколько здесь охраны. Надеюсь, что мы не поднимем здесь тревогу, и нам придется со всеми с ними биться, потому что их явно больше, чем нас. Дурак и предатель. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас.
Жестоко. Жестокие разговоры там вы на фоне происходят. Или надеялись, что вас тут не заметят? Если позволите объяснить. Хо-хо. Да ради бога. Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр, что... Такие вещи не доверяют бумаге. Хейтен. Генерал Брэддок. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель и вернется в полк, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Мало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза, но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард, послушайте. Мы закончили. Проводите их. Да, все оказалось не так просто, как поначалу. Этого было запланировано. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. И им, к счастью, тоже. Идемте. Умоли. Выкрасть Питкерна. Цель, которую нельзя убивать, отмечена оранжевой. Внимание, скатите дистанцию Тогда до цели. Я дам знак, отвлеките солдат Брэддока и заманите их в тупик. Так, давайте только не будем особо близко приближаться к цели, дабы не вызвать подозрения. Вот он умеет прятаться за углами, а я пока что нет. Давайте тоже попробуем. Ой, что нас запалит. Ай-яй-яй. Так, как это сделать-то? Куда же теперь? Может, ну, кажется, понял. Нет. Там довольно жизнь. Дома богатые, забот мало. Ой-ой, подожди, да. Надо тут разлазить. У иммигрантов всегда много проблем. Они скорее схватятся за Блин, как же он бегает-то, прям не боясь вообще. Ты что, мужик? Дорогой Чарльз, нас же могут запалить. Таким образом. Так, ну все, вроде получилось. Остаться незамеченным. Меня даже толкнул, нифига себе обалдевший, у меня же даже джойстик завибрировал. Да, Чарльз, ты, по-моему, что-то явно чересчур сильно стараешься. Стать прилежным учеником. Ну ладно. Пока он нас ведет, в принципе, к нормальному от укрытию к укрытию, будем следовать за ним. Но помни, что он парень отчаянный, и особо доверять ему не стоит, наверное, в этом плане. В плане стелс-прохождений. Давай! Что давай? А, он пошел отвлекать их, да? Или нет? Да, похоже на то. Ну, замечательно. Интересно, что он придумает? Вы все воры и негодяи! Будь проклята ваша война! Банально, но тем не менее прокатило. Отвлекающий маневр. Ну что же, прекрасно. Нам тем временем нужно, так полагаю, вернуться обратно и забрать солдата. Следуйте за Ли и нападите из засады на патруль Брэддока. А вот что мне нужно делать. Хорошо. Бежим скорее за Ли. Блин, жалко, что карты тут нет в этом районе. Область не разведана пока что, и, соответственно, и карту мы не видим. Не покидайте текущую зону. Я что, покинул ее? Наверное, нет. Оставь его, Эдвард. А, опять ты. Отпусти нас. И Джона Питкерна тоже. Я не дам оспаривать мой авторитет. И я. Скандалы их всех. Ну что же, нас ждет эпичная дуэль, видимо. Ох ты, блин, как тут много народу. Подожди, чувак, не так быстро. Я так быстро не могу. Во-первых, возьмем саблю. Во-вторых,
Что случилось с камерой? Ну ты, блин. Так, ладно, давай. Минус 2, отлично. О, нифига, пока я тут с двумя разделался, они целую раву убили, что ли, получается, так? Ну, как будто не было, вроде получилось. Ах ты ж, черт. Блин, нет. Разучился, конечно, в этой игре драться совсем за месяц. Ну еще бы. Месяц с ними не играть. Полностью отвык от всего. Ну давай, нападай. Так-то лучше. Отлично. Совершите последовательные мультиубийства. Нужно убить 3, не превышайте. Так, ну это какие-то задания, в принципе, ладно, пофигу. Теперь надо на него убить. Или мы оставим его живым. Ты был моим братом когда-то, я не подниму на тебя руки. Но если мы встретимся снова, тогда пеняй на себя. Вы свободны. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь меня! Вы неспроста учинили этот бедлам. Чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. Вонючей яме! Ну что ж, друзья, миссия завершилась успехом. Мы получили в союзнике целых 2 новых человек. Ну и, пожалуй, на таком вот моменте интересном, в принципе, можно закончить серию на таком вот логическом завершении очередного задания. Завершить и очередную серию этой игры. Надеюсь, что вам понравилось. Еще раз прошу прощения за такой большой перерыв. И за то, что теперь немножко буду тупить по новой, потому что полностью забыл управление игрой. Забыл, как драться, забыл, как, не знаю, как лазить по зданиям и тому подобное. Но буду вспоминать, буду тренироваться, вникать. Ну что ж, спасибо большое за просмотр. С вами был я, Валда. Это была игра Assassin's Creed 3 на канале Epic Type. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось. И до новых встреч. Ах, да, PS. И, пожалуйста, если вы проходили эту игру уже до этого, не рассказывайте, что будет дальше, потому что я эту игру не проходил, не смотрел ничьих прохождений, специально ждал, пока она у меня заработает, чтобы самому пройти и показать вам. Поэтому, кто-то, если вас уже видел эту игру и знает, что будет дальше, пожалуйста, не рассказывайте. Тех, кто будет рассказывать, я буду безжалостно банить на канале и в группе. Ну вот на такой веселой нотке мы и закончим. Еще раз спасибо и всем пока-пока.